Пекин готов предпринять ответные меры в случае повышения США пошлин на китайские товары и не исключает обострения разногласий. Об этом сообщила представитель МИД Китая после заявления Дональда Трампа о том, что Соединенные Штаты с 1 сентября введут новые тарифы в размере 10% на продукцию из КНР общей стоимостью в 300 миллиардов долларов. Китай всегда считал, что в торговой войне нет победителей. Мы не хотим воевать, но и не боимся сразиться в такой войне. Китай не примет никакого давления, запугивания или шантажа. Заявление Трампа прозвучало после того, как итоги последнего раунда двусторонних переговоров с точки зрения американской стороны не принесли желаемых результатов. Новые пошлины, которые Вашингтон планирует ввести через месяц, фактически облагают налогом весь китайский импорт в США. Председатель Си мне очень нравится, и я думаю, что он хочет заключить сделку, но, честно говоря, он особо не торопится. Он сказал, что Китай будет закупать сельхозпродукцию у наших фермеров, но не сделал этого. Он сказал, что собирается остановить поставки фентанила в нашу страну, но он по-прежнему попадает к нам из Китая. И мы продолжаем терять тысячи людей из-за фентанила. Эксперты агентства Moody's считают, что повышение пошлин США окажет негативное влияние на мировую экономику, в то время как ее рост уже замедляется в Соединенных Штатах, Китае и еврозоне. Импортеры часто перекладывают затраты на пошлины на потребителей в виде повышения цен. Новые тарифы коснутся широкого спектра потребительских товаров – от сотовых телефонов до игрушек и обуви.